что я со своими друзьями гуляю по Москве, здесь так хорошо. В этот момент Катя сидит здесь и оправдывает Артура. Говорит, что ему просто плохо, он просто вчера перепил. А он продолжает гулять дальше, если что. Вот у меня вопрос к тебе. Ты сидишь его дальше оправдывать? Я не буду вообще сидеть оправдывать, я ужасно злая всей этой ситуации. Я сегодня после ТЭТа сказала, что был такой достаточно серьезный ТЭТ. В течение дня я с ним сказала, что я хочу поговорить. ТЭТ был серьезный? Ну, давай приедешь, обсудим все. Я сказала, Лобна будет 7 часов, я жду тебя. Вот эта ситуация, то, что он сейчас не приехал, по всей видимости, тусуется, продолжается у него кутеж, веселуха. Ну, это в очередной раз мне говорит о том, что человек несерьезен. Просто мне кажется, если у тебя, ну, на носу свадьба, то тебя не жена твоя будущая должна уговаривать и ставить какие-то ультиматумы, что вот ты должен приехать, и вы не должны, а ты сам должен как бы бежать, понимаешь? Это же не только для тебя праздник, это же для него тоже праздник, так точно такой же, понимаешь, равномерно. Настя Рыночвиль, ты была в похожих у нас ситуациях, поэтому как эксперт не нуждаюсь в твоем мнении. Да, на самом деле, я сейчас очень сильно понимаю Катюху. Мне кажется, она там внутри просто сводит себя с ума вот от этой мысли. Ну, понятно, мне бы было неприятно, и я бы вообще бы не устраивала, если бы у меня была такая ситуация. Согласна, да. Но я бы вообще бы не устраивала, наверное, зная себя, ни мальчишники, ни девичники, ничего уже. А он бы у тебя спрашивал? Нет, но я бы высказалась. А тебе Катя себя не напоминает? Напоминает. Что-то есть, да, схоже? Да. Алена Опенченко. Сначала мы пытались действительно оправдать Артура, и я думала, он в течение дня приедет. Но если он не приехал и пошел гулять, это же о чем-то говорит. Для меня это говорит о том, что ему, ну, в принципе, все равно, что Катя сказала, что нужно поговорить. Ему плохо, и Катя должна думать об этом, то, что ему плохо. А Катя... почему он сюда не возвращается? Не хочет. Хорошо, услышали. Смотри, вчера была такая ситуация, то есть мы как бы тусили вместе, потом Артур куда-то пропал. Нету 15 минут, 20 минут, они с Даниэлем пропали. Так. Полчаса. Я пошел их искать. Смотрю, они стоят у крыльца, на Артуре нет лица. Просто он бледный стоит. А я подхожу, спрашиваю, что? А его реально как бы, ну, гложет что-то изнутри, вот какой-то мандраж лютый, вот присваден. И он объясняет это тем, что есть некие сложности в взаимоотношениях с Катей, которые как бы ему не нравятся. Где-то она его не слышит, где-то она его не уважает. Те же самые там оскорбления, те же самые, то, что она с ним не считается, там, стриптиза, не стриптиза, она с ним вообще не считается. То, что ему не нравится, ей на это глубоко плевать. Его это как бы все равно как мужчину гложет. Ну, то есть Катя подтвердила эти слова, сказав, да что Артур, типа, Артур здесь вообще ничего в принципе не решает, как бы кто он такой, ему никто слова не дает. По поводу девичника, то, что я решаю, и ты, да, я решаю по поводу своего девичника, просто не выращивай контекст, хорошо. То, что там будет происходить, но ты же его не слышишь. Я просто не хочу находиться, мне ужасно неприятно все это сказать. Кать, подожди, пожалуйста. Ну, Кать, хотела правду услышать. Не хочу. Сядь, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не хочу. Нет. А тем временем к нам вернулся Артур, встречаем Артура. Да ладно. Не хочу я его, не хочу. Я ничего не хочу. Пожалуйста, не хочу, понял? Пожалуйста, нет. Туса, не хочу с ним говорить. Пожалуйста, да, посиди. Что случилось тут такого, как будто бы... Ну, хотел погулять перед свадьбой, и что? Выслушай, нет, ты должна соберись, это твоя свадьба, тебе нужно выслушать. Ну, вот теперь разбирайтесь. Пожалуйста, не трогай меня. Чего мне случилось, не трогай меня. Что? Я что сделал опять? Итак, приветствуем жениха. Свеженький? Да. Хорошо себя чувствуешь? Да, отлично. Как там Москва? Гуляли сегодня? Да мы с Максом до магазина прошлись и все. А че сюда не спешил? Отдыхал. Только у тебя же свадьба. Ну, утром уже себя плохо чувствовал, поэтому сутки отдыхал, чтобы здесь быть свежим и молодым. Люди отдыхают дома, с близкими, с родными. Я знал, что это будет, как бы, ну что, ну обсуждайте. Подожди, что будет-то? Я был мальчишник, то, что это будет обсуждаться, то, что я опять что-то неправильно сделал. Брошу, когда захотел?